Добрый день, дорогие друзья! У меня есть знакомый волшебник. Здравствуйте! Добрый день! Он умеет перемещаться в пространстве. Продемонстрируйте нам, пожалуйста. Ого, как у вас хорошо все получилось! Вы мастер своего дела? Это да! А еще я могу попасть в телевизор. В телевизор? В телевизор. Но этого никто не делал никогда. Но это же невозможно. Как же вы такая большая поместились в таком маленьком телевизоре? Это телепортация. А вам там не тесно? Нет. Но он же такой тоненький. Здесь свой волшебный мир. И он очень большой, огромный. А какая там у вас погода? Солнечная. Солнечная? Дорогой волшебник, мы без вас уже очень заскучали в студии. Возвращайтесь к нам. Хорошо. Да, сегодня вы доказали нам, что вы настоящий маг-волшебник. Вы очень приятно нас помнили. Я думаю, что все ребята захотят учиться в такой же волшебной школе. Да. И на этом мы заканчиваем свою передачу. До свидания. До свидания.